Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня вашему случаю представлю клинический случай мультимодельный подход к лечению пациента с немелкоклеточным раком легкого. Данный пациент изначально мужчина 67 лет. Первые признаки заболевания у него появились в феврале 2015 года. Он стал проявлять жалобы на кашель, одышку при физической нагрузке, общую слабость. Он обратился в ЛПУ по месту жительства, было выполнено обследование. По данным компьютерной томографии было выявлено образование верхней доли правого легкого с распространением на верхней долевой бронх. Была выполнена верификация образования по данным гистологического заключения низкодифференцированной аденокарциномы легкого. Мутации в генах АЛК и GFR КРАС не было обнаружено. Данному пациенту на первом этапе было предложено хирургическое лечение, от которого он отказался, и в дальнейшем пациент получал лекарственную терапию в лечебном учреждении Санкт-Петербурга. С марта 2015 года по апрель 2015 года пациент получил два цикла полихимиотерапии, метрексет и цисплатин. По данным контрольного исследования было выявлено прогрессирование, увеличение размеров первичной опухоли. А в дальнейшем была изменена тактика лечения, и с мая 2015 года по октябрь 2015 года пациенту было проведено 7 циклов полихимиотерапии по схеме паклитаксел 5-флуорацил. И также по данным контрольного исследования компьютерной томографии органов грудной клетки было выявлено билатеральное поражение лимфоузлов шеи, которое впоследствии было подтверждено гистологически путем биопсии лимфоузлов шеи. В дальнейшем пациент обратился за медицинской помощью за рубежом, и в Израиле ему было проведено 17 введений препарата Nivolumab. Вначале отмечалась стабилизация, но в декабре 2016 года пациент стал проявлять жалобы на периодические головные боли, на шаткость походки, на головокружение. Было проведено МРТ головного мозга, по данным которого выявлено метастатическое поражение правой и левой лобных долей головного мозга. На этом этапе пациент обратился в наш центр имени Петрова. Он был консультирован радиологами, было рекомендовано проведение стереотоксической лучевой терапии на метастатические очаги, что и было выполнено в декабре 2016 года. В дальнейшем пациент наблюдался, и на момент на февраль 2017 года мы видели разнонаправленную динамику, стабилизацию процесса в головном мозге после полученного курса лучевой терапии и прогрессирование процесса в легких. Данный случай был вынесен на консилиум неонкологии и был под вопросом, какое лечение в дальнейшем мы можем предложить данному пациенту. И сошлись на том, что на данном этапе будет целесообразно выполнить хирургическое лечение. И 12 апреля пациенту было выполнено большое вмешательство, расширенная, сверхрасширенная комбинированная верхняя белобэктомия, циркулярная резекция правого головного бронха, формирование межбронхиального анастомоза, резекция протезированием верхней полой вены, это была интероперационная находка, резекция перикарда, первичная бронхомиопластика и интероперационная фотодинамическая терапия плевральной полости. По данным послеоперационного гистологического заключения мы получили практически полный патоморфоз, субтотально некротизированная центральная опухоль, края резекции бронхов вне опухоли и все исследованные лимфоузлы без метастазов. На данный момент пациент находится на динамическом наблюдении. По данным компьютерной томографии от июня 2017 года описывается небольшое уплотнение вокруг правого головного бронха и нижнедолевого бронха, которые мы трактуем как последствия после бронхобиопластики. Такие анастомозы мы укрываем межреберными мышцами. И как мы видим на последнем контрольной компьютерной томографии органов грудной клетки, данных картина стабильна, данных за прогрессирование на данный момент нет. На данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно, находится на наблюдении. Сергей Владимирович, прокомментируйте. Да. Ну, спасибо, очень интересное сообщение. Для меня более тем интересно, что я этого больного видел. Да. Вот. Потому что действительно Евгений Владимирович сделал тут уникальную операцию и тоже советовался со мной, поскольку у нас много всяких исследований, может быть, какую-то добавить сейчас ему иммунотерапию. Но, в общем-то, как говорится, добра добра не ищет, потому что очень хороший результат именно, так сказать, был получен при введении Nivolumab'а, и выраженный был патоморфоз опухоли, в лимфоузлах не было. Вот. И пациент, в принципе, после операции чувствует себя достаточно неплохо. И в динамике он не ухудшается.
Вот. Если честно, так сказать, то я думаю, что в данной ситуации, конечно, в будущем возможно какая-то у него иммунотерапия другим препаратом, теоретически, так сказать. Но практически как это сделать, конечно, сложно, потому что ну, те больные, которые уже получали какой-то препарат иммуноонкологический, как правило, это является противопоказанием для включения в другое исследование. Вот. Поэтому я тоже, так сказать, рекомендовал его наблюдение, но метрономно-терапию, так сказать, вот иногда я использую в этих ситуациях, я назначаю иногда просто одну таблетку индоксана в сутки таким больным. Чего это будет? Метроном, индоксан. Индоксан. Да, Сергей Владимирович, а вот ваше мнение, вот некроз в опухоли, это чем обусловлен? Химиотерапией или иммунотерапией? То, что получил? Ну, в большей степени, мне кажется, все-таки иммунотерапией. Вот. Хотя, в общем-то, и химиотерапия, она, так сказать, естественно, тоже повышает иммуногенность опухоли, так сказать, она в данном случае вот это и является синергичное действие, которое мы видим за счет применения, так сказать, и химиотерапии, и иммунотерапии. Да? Ну, вот Михаил Юрьевич и свое мнение тоже хочет высказать. Да, профессор из Архангельска. Проводилось по поводу метастазов головной мозг. А у вас там написано суммарная очаговая доза 23 гривни. Сразу же вопросы возникли. А каким методом проводили стереотоксическую радиотерапию? Это первый вопрос. Это была действительно фракционированная лучевая терапия или все-таки за одну фракцию эту дозу подвели? Это важно. Это было гипофракционирование, а? за два сеанса. Было за два сеанса? Да. За два сеанса. Но 1,5... Значит, это было на линейном ускорителе было сделано, возможно? Да, да. Угу. Ну, спасибо. И что с метастатической опухолью, с этой новых не появилось? На самом деле, вот это последнее исследование, которое мы делали, так как не определял пациент никаких жалоб, на данный момент не выполнялось повторное МРТ головного мозга. То есть это было, к сожалению, это было на данный момент последнее. В мае, да? Но обычно через два месяца делают МРТ повторные после такого проведения такого лечения. Ну, и мы будем вот эту динамику надо бы оценивать. Ага, спасибо. А мы сейчас еще обсуждаем, мы говорим не о молодом пациенте, который перенес достаточно интенсивное лечение, чувствует себя удовлетворительно. Хочу, коллеги, обратить на это внимание в качестве жизни. Сколько ему лет? Ему на момент заболевания было 67 лет, сейчас ему 69 лет. 69 лет, 2 года лечится больной с метастатической формой рака легкого с поражением головного мозга, да, поэтому, конечно, результаты достаточно интересные.